добрались до открытия арены. Денис, как вам погодка? Замечательно, зима наконец пришла. Мне очень нравится на самом деле. С детьми покататься можно на санках. Футбол покомментирую, замечательно. Росгострах, все правильно сделал. Me, I like it, yeah? Because German, maybe we play too, yeah? It's so similar, the same. Самой in Spain is not normal. Yeah. Not normal. Спартанские условия на Спартаке. Я готовила шуточку. Вообще зашла. Один вопрос у меня к вам. Очень веселый. Вы, наверное, слышали, что в интернете про вас говорят, что вы это похороны. Лушаков – это похороны. 3-1. Есть же много других не таких страшных слов. Отличные слова. Я заметила, что после гола вы всегда бежите обниматься к своему тренеру. Ну, нет, это не всегда. Это когда забил рубином. Третий тур. И так почувствую, и так и сделал. Я думала, что это у вас в контракте где-то прописано. Нет, в контракте такие вещи не прописаны. И good luck, guys. Give me five. We need. Выиграет ли сегодня Рубин? Выиграет, да? Почему? Потому что Спартак выиграет сегодня. Почему он должен выиграть? Потому что надо пора уж чемпионами становиться. 15 лет уже ждете, да? Ничего страшного. Кто-то и больше ждет. Ну, считай, последний матч, который был с крыльем свет. При ну, такой же погоде. Там, конечно, лоханулись слегонца. Это мягко сказано. Где у тебя глазки? Выше. А рот где? Там. Вы взрослые люди, да? Да. Объясните мне, почему фанаты «Спартака» все время кричат матерные кричалки? Это не матерные, это крик души. Это крик души. Парам-пам-пам-парам-пам-пам. Кроме как матом сказать-то и нечего. Сказать можно, это будет не так емко. Это нужно говорить такую очень длинную фразу. Дед Мороз конфетки раздают от себя. У нас скорее антарктический футбол, но все равно мы считаем, что это нормально. И поэтому тебе Мутко подарил зимой футбол. Ты знаешь, что Ребров все время ворота целует по каким-то необъяснимым причинам? Нет, не знаю. Может быть, на счастье? Как думаешь, что нужно целовать полевым игрокам, чтобы удача привалила? Мяч. Поле? А у нас Сережа Рыжков не целует! Казань! Не, ну мы к вам относимся с уважением. Вы все-таки не кони и не немытые бомжи. То есть «Спартак» пропагандирует алкогольные эти самые напитки, да? Я нулевочка.